В Генеральной прокуратуре Украины возмущены решением апелляционного суда отпустить из-под стражи экс-беркутовца Виталия Гончаренко, виновного в расстрелах на Майдане. У судей же ответ один – решение обжалованию не подлежит. Прокуроры предполагают, что обвиняемого отпустят из Лукьяновского СИЗО в ближайшие дни. Однако спускать дело на тормозах в Генпрокуратуре не собираются. Оспаривать решение будут в Высшем совете правосудия, заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Суд знову ж змінив запобіжний захід. І, на мою думку, це явно незаконне рішення, яке не можна ніяким чином пояснити. Тому що і тяжкість злочину, ви можете собі уявити, що особа звинувачується у вчиненні понад 33 замахів на вбивство. Ми будемо писати скаргу на дії судді і, можливо, розглядати це під кутом саме реєстрації, можливо, кримінального провадження. В тому числі буду звертатися і до ЗМІ. Наші скарги часто просто губляться. По словам Горбатюка, судья Олег Присяжнюк, который и принял решение, оставлял под стражей личностей и с менее тяжкими обвинениями. Для Гончаренко же, напомню, суд изменял меру пресечения уже дважды. В марте этого года с домашнего ареста на содержание под стражей. А теперь и вовсе служители Фемиды выпустили его под личное обязательство никуда не исчезать.